Откормочная площадка рассчитана на 5000 голов крупного рогатого скота. Сегодня здесь откармливаются такие породы, как казахская белоголовая, ауликольская и симментальская. Откормплощадка обеспечена необходимой сельхозтехникой, трактора и погрузчики. В данное время у нас сейчас 2000 поголовья, породы разные, откормплощадка. И среднесуточный привес у нас 1,5 килограмма. И у нас свой мини-комбикормовый завод, мы готовим комбикорма, и есть грубые корма. Для комбикорма у нас сейчас рапсовый жмых, премиксы даем и ячмень. Мощность 5 тонн в час, он дробит, плющит, дробит, и все, полностью мы ему рацион составляем, в эту программу забиваем, и вот с этой программой полностью готовит наши корма, и по каждой загрузке он выгружает. Поголовье скота постоянно обновляется. Идет закуп крупного рогатого скота с других регионов страны. Упор делается на откорм скота для получения мраморной говядины. Процесс работы на предприятии во многом автоматизирован, и здесь применяются новые технологии. У нас радиочастотные чипы подкожные. Мы поставили для полностью на 2000 голов чипы и сканируем. Все, человеческий фактор полностью исключен. Все высчитывается, привесы. Все программу забиты, все данные животных программу забиты. В 2021 году мы сейчас планируемся с лета сеяться, будем уже свои корма, грубые корма, все будем увеличивать, сеяться и поголовье, конечно, тоже будем до 5000 набирать. Откормочник сейчас готов на 5000 уже, только закупать осталось, будем закупать весны. В месяц предприятие доставляет на убой в мясокомбинат порядка 200 голов скота, средний вес которых около 500 килограммов. По словам специалистов, для откорма одной головы уходит не больше 3-4 месяцев, суточный рацион питания до 8 килограммов комбикорма. Аслан Абуталипов, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Кукчы, Акпарат.